На телеканале «Россия-1» главные вести Карачаево-Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Какие профессии востребованы в Карачаево-Черкесии? Сегодня об этом рассказали детям. Глава республики открыл Центр молодежного инновационного творчества. Лучшая профессия – спасатель. Награждение после лавины. Сегодня чествовали лыжников-инструкторов из Донбая, спасших детей из-под снега. В Карачаево-Черкесии формируют кадровый резерв. Уже определены финалисты. Кому открывается дорога в светлое будущее? Учителю 85 лет. Абдурахман Даюнов отмечает юбилей и получает подарки. Главный подарок – телевидение телеканала «Россия-1». Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем управления Роспотребнадзора региона Сергеем Бескокотовым. Было отмечено, что в республике отмечается тенденция к спаду заболеваемости. Главный санитарный врач положительно оценил темпы вакцинации населения в республике. На сегодняшний день от COVID-19 привились 4500 жителей. И эта работа продолжается. При соблюдении мер предосторожности тенденция к снижению заболеваемости сохранится. Рашид Тимрезов подчеркнул, что сейчас особенно важно соблюдение масочного режима, социального дистанцирования. Важно по возможности избегать мест массового скопления людей. В предприятиях и организациях необходимо также строго соблюдать все предусмотренные Роспотребнадзором противоэпидемиологические мероприятия. Сегодня в Карачаевске прошло торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества, в котором детей знакомят с интересными, а самое главное, востребованными профессиями. В мероприятии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, члены правительства, мэр Карачаевска Альберт Дотаев. Подробности у Аслана Гирюгова. 2021 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом науки и технологий. И для нашей республики открытие Центра молодежного инновационного творчества – один из первых шагов в данном направлении. ЦМИД представляет собой открытую площадку, где дети и подростки могут научиться воплощать свои идеи и функциональные модели. Здесь будет проводиться бесплатное обучение молодежи новым технологиям – робототехнике, цифровому производству, моделированию, прототипированию и работе на станках. Самое главное, что я увидел, это как горят глаза у детей. И видно, что им это все нравится. Вот я сейчас только что пообщался. И более того, это принесет им практическую пользу в жизни. Мне больше всего понравилось, что больше всего понравилось? Конечно, это интерес и увлеченность детей. И, конечно же, вот ребята, которые изначально этим начали заниматься, и то, что, во-первых, увлечены, вовлекают в этот процесс все больше и больше детей. На базе Центра молодежного инновационного развития дети смогут ознакомиться с такими профессиями, как 3D-дизайнер, программист, конструктор, оператор, видеограф. Помимо этого, немаловажным направлением работы данного центра является то, что ребята смогут участвовать во всероссийских конкурсах с проектами по благоустройству в малых городах. Детям очень нравится, они обычно в восторге, когда увидят наших роботов. Вот. Им очень сильно нравится. Любой желающий, если он захочет сюда прийти, научиться чему-то новому, он может прийти сюда и спокойно этому научиться. Вот, а с детьми с какого возраста вы начинаете заниматься? Ну, желательно старшие школьники, а так можем и со средней школы детей тоже принять в группу. Данный проект реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В эпоху цифровизации технологии становятся совершеннее. Есть здесь и видеозона. Помимо других профессий, здесь школьники смогут освоить азы телевизионной кухни. Открытие такого центра поможет детям освоить азы 3D-моделирования, фото- и видеомонтажа и в будущем освоиться с выбором профессии. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. И сегодня же в Карачаевске прошло чествование инструкторов, которые в момент схода лавины в Донбайе 18 января спасли детей. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил Аслана Джирикова и Мурата Байрамукова за спасение детских жизней, за их самоотверженность, смелость, высокую гражданскую позицию и вручил им награды с ценными подарками. Во время схода лавины они работали с детьми на учебном склоне и накрыли собой от надвигающейся лавины. Аслан и Мурат вспоминают, что в тот день все произошло быстро и времени на раздумья не было. Считают, что их на месте каждый поступил бы также, ведь родители доверили им самое дорогое в жизни. В свою очередь, глава республики Рашид Тимрезов отметил, что их профессиональная реакция, действие и пример для многих спасателей-инструкторов, которые работают в Донбайе. Обучался на тот момент с девочкой, 8 лет.
Вот времени не было, в принципе, раздумий ни на что. Я схватил девочку, побежал в сторону, вот так. Не успевал подбегать, потому что уже понимал, что приближается лавина. Положил ее на землю и как бы постарался ее как-то прикрыть, как-то, не знаю, обезопасить. На тот момент другого, в принципе, в голову мне не пришло. Я стоял лицом к склону, но мальчик впереди. Я увидел лавину, успел забежать, схватить и все. Нас понесло. Все, больше. Долго это длилось по ощущениям? Я не знаю, мне уже дыхания не хватало. Но у нас уже перестало нести. Правой рукой у меня левая занятая была. Ну, откопался, смотрю, просвет. Мальчика поднял и все. Сам откопался и передал родителям. В этот жуткий холод синоптики делятся оптимизмом. 23 февраля обещают плюс 3, но к 8 марта морозы должны вернуться. О том, как будет холодно завтра, узнаем от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами снег, в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 9-14 градусов мороза, днем минус 5-минус 10, и на дорогах гололедица. В Черкесске снег, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 10-минус 12, днем 7-9 градусов мороза. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 517 человек. Из них 16 843 выздоровели, 399 госпитализированы. Проект «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии», инициированный главой республики, собирает самых лучших участников. Финальный этап, который пройдет с 19 по 21 февраля. О том, как он будет проходить, расскажет Алихан Лепшоков. Цель проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии» – это выявление тех кадров, которые обладают высоким уровнем знаний, навыков и компетенций для дальнейшего привлечения их к работе в органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также на крупные предприятия нашего региона. Важно отметить, что на участие в данном проекте подали заявки 1227 человек. Из них всего 39 участников смогли пройти все этапы и выйти в финал. Начальник дирекции кадрового резерва главы Карачаево-Черкесии Ибрагим Татаркулов подчеркнул, что отбор проходил под особым вниманием различных экспертов, профессионалов своего дела. Каждый этап комплекса оценочных мероприятий был реализован при соблюдении принципа прозрачности и открытости, что являлось наиболее важным условием, заложенным Рашидом Борисовичем Темиризовым, главой Карачаево-Черкесии. Здесь, например, для обеспечения процедуры прозрачности и открытости проводились онлайн-трансляции на YouTube, проводились записи всего того, что происходило во время заседания экспертной комиссии, проводилась вся работа по истории участия каждого участника. Прохождение этапа позволило участникам повысить свои знания и показать профессиональные навыки. Ибрагим Татаркулов также подчеркнул, что в финале экспертная комиссия выявит самого лучшего, который станет победителем проекта «Кадровый резерв». Если человек соответствует всем тем требованиям, которые заложены, это высокий уровень знаний, навыков, компетенций, готовность замещать высокий уровень должностей, креативный подход, проектное мышление, лидерский потенциал, стрессоустойчивость. То есть есть достаточно четкие критерии и четкое понимание, кого мы хотим видеть с точки зрения победителей. Здесь следует обратить внимание на то, что имеется в виду уровень компетенции человека и уровень личных и профессиональных качеств, которые имеют важное значение при реализации своей работы. Насколько она будет эффективной, насколько она будет приносить пользу на благо социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. Финал проекта пройдет с 19 по 21 февраля. Сейчас каждый из финалистов серьезно готовится. В завершении финальной части конкурса
конкурса для тех молодых людей, которые не подходили по критериям отбора, будет проведен первый в республике чемпионат по решению кейсов, где крупные работодатели тех или иных предприятий и представители исполнительной власти смогут обратить внимание на ту молодежь, которая является перспективной и активной среди своих сверстников. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Свой 85-летний юбилей в эти дни отмечает заслуженный учитель России Абдурахман Даюнов. И в своем почтенном возрасте Абдурахман Мусаевич не изменяет привычкам. Он интересуется, что происходит в мире, в стране и в родной республике. Единственное, что сейчас его огорчало, заслуженного педагога, это то, что с осени его телевизор перестал ловить сигналы самых важных для него телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». Также для Абдурахмана Даюнова важной темой остается вакцинация. Ахмат Халкечев с подробностями. Абдурахман Мусаевич больше полувека своей жизни посвятил благороднейшей из профессий – профессии учителя. Он является заслуженным учителем России и Карачаево-Черкесии. Разумеется, просьба верного зрителя телеканалов семейства ВГТРК не могла оставить равнодушным директора нашей телерадиокомпании Светлану Казиеву. По ее поручению команда ГТРК Карачаево-Черкесия во главе с заместителем директора по технике Евгением Гладуниным выехала в Сарытюз. На месте Евгений Александрович сразу же определил своим профессиональным взглядом причину отсутствия сигнала. По его словам, проблема заключается в особенностях местного рельефа. Просто ДМВ антенну на 10-метровые волны купить. Они продаются именно для цифрового эфирного телевидения. В идеале, конечно, с усилителем, если купить. Там усилитель в ней строят. И все. То есть антенна ДМВ с усилителем. И я должен сказать, что процентов 80 сигнала вы получите здесь. Да все хватит. Все, это в идеале. Да. Это самый хороший сигнал, 80%. Вот тут не хватает буквально 5 метров. В сторону отойти 5 метров. Угу. Вот эту гору обойти надо. Угу. Вот, и все. Вот тут сигнал есть, я уверен, на 100%, где мы стоим. Как рассказывает сам Абдурахман Даюнов, сигнал телеканалов семейства ВГТРК «Россия-1» и «Россия-24» пропал в начале сентября прошлого года. Евгений Александрович настроил приемник цифрового телевидения в ручном режиме, и нужные каналы появились. Но, как он еще раз отметил, антенну и место ее расположения, чтобы получить устойчивый сигнал, необходимо поменять. Вот это «Россия-1». Вот. Рашид Арсеевич 1 февраля он провел пресс-конференцию. Вот как так хотел посмотреть, но не получилось. Абдурахман Мусаевич Даюнов – человек, умудренный жизненным опытом, привык доверять только проверенным источникам информации. И в этом плане государственные средства массовой информации вне всякой конкуренции. Ну а блок регионального вещания на канале «Россия-1» дает полноценную информационную картину дня именно нашего региона, резюмирует он. Чувство высокой гражданской ответственности и большое желание поскорее вернуться к привычному ритму жизни побудили нашего героя привиться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник Ви». Сейчас почтенный старец, разменявший 9-й десяток, без страха и опасений посещает массовые мероприятия, общается с людьми вживую. Одним словом, живет так, как он привык жить большую часть своей жизни. Спрашивали, самое главное, вы добровольно? Я сказал, добровольно. Мне 85 вот в этом месяце точно. Я сказал, я не боюсь, специально. Лучше принимать, вакцинироваться, чем болеть. Действительно, прошло все нормально. Сплю, кушаю нормально. А вообще, мне побочные болезни были. Желудочно-кишечный тракт, сердце, все. Ну, я думаю, все прошло нормально. Свою признательность создателям вакцины наш собеседник выражает весьма патриотичными, но от этого ничуть не пафосными эпитетами. Он, не скрывая гордости, говорит: «Наша страна, первая в истории покорившая космос и в момент нависшей над всем человечеством опасности, в очередной раз доказала всему миру, что нет равных нашим ученым». Как еще нам поведал Абдурахман Даюнов, в планах у него возобновить оздоровительную ходьбу, которую он прекратил еще в апреле 2020 года с началом пандемии. Для хорошего самочувствия в течение часа неспешным темпом необходимо проходить минимум 6-7 километров, говорит он. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джугутинский район.
Это все новости к этому часу. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Оптимисты». До встречи на телеканале «Россия-1».